Всем привет! Вы на канале «Классная рыбалка». Видишь, колесом загибается как. Отпал. Опа, блядь, щука, однако. Тебя глаз откусил? Но он не дергает, тут капитально вытаскиваешь, кажется, как будто вообще килограммовый. Так потому что это, глубины-то нету. Стоят они кучкой. Побольше бы клевал от этого. Оп, клюнул, блядь. Хороший такой. Так сглатывать-то много. Опа. Ты, блядь, иди лови, не снимай. Есть клев, может, пошел. Летом они на камеру не клюют, а на зимой наоборот на камеру, может. Так тут на эту, на спиннинг. Ух ты. Пошло дело. Две минуты, шесть окуней. Ух ты! Все, 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 не бой, не булькай, не булькай. Ушел он из головы. Куда он ушел? Уйдет. У меня сегодня так два ушло. Они лежат сначала почему-то, а потом это самое только начинают. Нормально. Я вот на кивок смотрю, я даже вот вообще не вижу поклевки. Или ты чувствуешь ударом? Нет, вижу. Все, наверное, кончились. Нет. Отошли. Ну вон на Муйлунгу переходишь, там две пробурил. Они ходят, наверное. Да вообще-то нет, ходили бы, так они бы побольше слунки-то клевало. Стоят, наверное. У Сашки ни хрена нету, он сейчас бегает. Не забудь подписаться на мой канал, и ты будешь знать все новости о рыбалке.